Мне кажется, мужчине. Трампу? Да. А почему? Ну, мужчина это мужчина, а там вот как она показывает, ну, женщина непредсказуемая. Ну, Клинтон я не люблю вообще. Она, в отличие от мужа, не женщина. Он-то хоть мужчина настоящий был, а она... У нее недостатки, присущие очень самонадеянным дамам. Предпочтение, конечно, дают Трампу. По крайней мере, он хотя не грозит ничем России. Конечно, мужчине. Почему? Потому что я наблюдала ее выступление. Это хамка. За Трампа, наверное. Почему? Ну, он как-то к нам адекватно относится. Я никому из них не доверяю. Если честно, так.